А здесь такие места. Буреломы. Вон там вон березняк, где я строфарии нашла. Вот. А здесь много было петушков, только не в буреломах. А прямо вот по рядам, по этим. Паутинник я ем. Вот этот вот. Паутинник бело-розовый. Нет. Да. Клубненосный. Вот. У него клубень такой. Очень симпатичный. Гриб. И я его всегда ем. Он немного потемнел в середине, но когда домой его приносишь, ножки обрезанные, всегда на ножке темненькие пятнышко, такая как бы смола темнеет. Есть, потому что насекомых целая куча. Не будем печалиться, другой гриб чистенький, вот такой. И моя камера старая меня не подвела, она на исходе батарейки сняла все равно все, что я хотела. Мы еще пойдем проверим пару мест. Этого мы еще не видели. Здесь бушевал ураган. И много двойных деревьев прямо рядышком, которые стояли вон там, тоже. И вот здесь. Вот так вот. Жуть. Коридовка дымчато-серая, но она чисто белая. Попалась нам все-таки. А здесь они и будут. Графуры, малютки, беленькие такие. Сластеные грибы. Я их забираю, беру с большим удовольствием. Их иногда отваривают и в небольшом количестве водички, льдышки замораживают, зимой бросают в суп. Сластёный. Бабушкины грибочки. Я их всегда беру. Калибия, денежка. Я их тоже сейчас буду брать. И они растут очень много по всему лесу, поздней осенью. Я балда. Вот у меня бы не хватило на эти грибы. У меня бы не хватило бы батарейки на эти грибы. А это рядовка фиолетовая. Супергрибы. Хорошие, осенние, полноценные. Даже по них пишут, что они очень даже лечебные. Такие какие-то у них вещества шикарнейшие есть. Вот они какие. Так, сейчас попробую разрезать, пока еще батарейка работает. Я его разрезала. Покажу. Они тоже бывают разными. Они, по сути, все одинаковые, только по цвету то же самое. Вот самое красивое, вот яркое тоже, и еще яркое. Это один ряд. А вот это обыкновенные рядовки. Они немного как бы выцветшие тоже. Рядовка фиолетовая. Вот. Просто они уже немножко постарше и такой сорт. Бывают разного цвета. Супер. Мне нравятся эти грибы очень. И эти тоже самые. Они по вкусу совершенно одинаковые. Вот такие вот грибы. Вот рядовки бывают разными. Вот такие, конечно, всегда приятнее собирать. Сначала я их боялась очень сильно. Даже этих. Ну вот этот старенький уже. Ну просто я взяла для интереса. Если он чистый, я, конечно, его приготовлю вместе с этими. Вот так красота какая. На еловой шишке вот какие грибы растут. Можно их съесть, но мы не будем. Всем пока-пока и до встречи.